что вы стучите? Несите туда. Сюда, что ли? Куда вы несете? Несите туда. Где художник? Он задерживается. Аполлон Чукаевич слушает. Директор Чукаев слушает. Да. Отчет рассмотрели? Ну как, все в порядке? Оторвались от жизни. Занимаетесь чепухой. Очковтирательство. Пустого в порожнее. Понятно. Понятно. Перестроимся на лету. Сюда, что ли? Опять сюда. Неси туда. Отчеты завалили. Все правильно, Аполлон Чукаевич. Масштаб? Не масштаб. Масштаб? Не масштаб. А нужен масштаб? А где его взять? А на что у нас смекалка научная? Нужно брать крупные проблемы. Масштаб, не масштаб? Масштаб, не масштаб. В 20 век нужно поражать воображение. Масштаб. Конечно, масштаб. И тогда о нас заговорят. Пресса, женский календарь и кино снимать. Нашел! Аполлон Чукаевич, вот это масштаб. Аполлон Чукаевич, ах, вы читаете? Вот, вот. Аполлон Чукаевич. Аполлон Чукаевич, а? Вот, что вы скажете о ките? Какая кита? Вот, вот. Где? Вот это вот. Да, ну? Да. Масштаб, но не наш профиль. Да, но зато какой фас! Вот, смотрите, легко может поместиться средней величины лодка, а? С гребцами. Да, это масштаб. Да, масштаб. Не, но... Если нам за это... О, победителей не судят, а? Готовь материал! Действуй! Только... Аполлон Чукаевич? Добрый день! Жанна Терентьевна, а какую вы штатную единицу занимаете, а? Ну, вы же знаете, скромную, конечно. Я-то знаю. Находкина-Приходкина, младший научный сотрудник. Так, так. А научная тема где? Ну, вы же знаете, я завершаю многолетние исследования. Многолетние? Цветовой спектр, фазаньего хвоста, как фактор... А вам не кажется, что вы засиделись на этом хвосте? Пернатая. А где полет? То есть как? Полет? Полет мысли я имел в виду. Жанна Терентьевна. Да, но в наших рамках... Вот именно, в ваших рамках. Садитесь. Спасибо. Thank you.
Здравствуйте, Аполлон Чикаевич. Старший экскурсовод музея. Да. Так. А зачем нам, собственно, экскурсовод? Тем более старший. Как же? Как же, Аполлон Чикаевич? Я же недавно раздобыл партию мелких млекопитающих. Ну, ответьте. Опять мелких. А Маршап где? А как у вас дела, маэстро, с оформлением? Только что закончил иллюстрацию к третьей странице вашей диссертации. Монументальное полотно. Внесите. Сейчас. Тащите. Прошу внимания. Фауна нашего края в один из доисторических периодов. С натурой? Да нет, по памяти. Хорошо. Прекрасно. Но лучше убрать. Конечно, убрать. Ну-ка, давай. Давай, давай. Ну, давай, ну. К сожалению, товарищи, не масштабно. Садись. Будет тебе тема. И так все ясно. Ваша деятельность в обверенном мне учреждении не на уровне. Занимаетесь чепухой. Правильно. Понятно? Оторвались от жизни. А где слава нашего многоотраслевого гидра, зверя, мяса, птица, рыба? Где масштаб? Да, вот именно. Где? Что где? Масштаб. А какой масштаб-то? Не знаете. Где-то я слышал, что жирность китового молока достигает 50%. А живой вес... Тон 100, не меньше. 100 тонн реализма. Да, но где он будет жить? И о кормах надо позаботиться. О кормах заботиться не надо. Как не надо? Что является основой всего живого? Скелет. И вот в этом направлении и будет устремлена... Наша научная мысль. Начнем серьезный разговор. Берет Назлевич, прошу вас по практическим вопросам. Действуйте. Ой! Предлагаются научные командировки, научные центры. Один поедет. В Ленинград. Я поеду в Ленинград. Очень хорошо. Это, товарищи, творческий подход, так сказать. Продолжайте. Вторая командировка во Владивосток. Я готов. Одобряю. Одобряю, продолжайте. В Одессе будет главное направление. Я. Голыми руками кита не возьмешь. Видимо, в Одессу придется ехать мне. Вот проект приказа, Полочка. Будем считать, что вопрос решен. Надо брать быка. Быка тоже будем брать? То есть я хотел сказать, надо брать кита за рога. То есть кита за хвоста. Действуйте! За вашу цену всего кита смонтировать невозможно. За эти деньги можно сделать только вот так, а? Да, но это же не кит, это воробей какой-то. Правильно, воробей. В таком случае могу подбросить пару ребер. One, two по-английски. А по-русски раз, два. Скажите, а какой-нибудь другой стоимости не существует? Есть. Ой. Голову кладем на баланс, хвост тоже, а ребра, ребра пойдут налево. Налево. Что же получается? Ну, если мадам
не знает, что такое налево, то зачем она ведет коммерческие дела? М? Аполлон слушает. 13-13. Да? Будете говорить с Ленинградом. Аполлон Чикаевич, здравствуйте. Это Жанна Терентьева. Простите, что беспокою вас ночью. Сообщаю, синтез и анализ идут к концу. Монтаж я поручила крупным специалистам. Один из них уже работает у меня в номере. Что? Ленинград, ваше время истекло. Разъединяю. Безобразие. Я ничего не успела сказать. Разъединяю. Межугородие. Алло, алло. Ну, когда же Ленинград дойдет? Вы разговаривали 10 минут. А? Аполлон Чикаевич, вам телеграмма. Срочная из Владивостока. Читайте. Мучительно переношу качку. Не могу находиться в море. Освободите. Тараев. Так, так, пишите. Трус. 26. Наука требует жертв. 27. Продолжайте работу. Точка. В жизни раз бывает вот такой портрет. О, хорошо, что вы пришли. Ну-ка, улыбнитесь. Оп. И еще раз. Улыбочку. Оп. Ну как, а? Похож. Решено в реалистическом плане. Молодец. Только кит очень уж грустный какой-то. А чё ж ему радоваться? Вы же его убиваете? Все равно должен улыбаться. Правильно. Вот. Жизнь раз, а бывает масса. Аполлон Чикаевич, вам телеграмма из Одессы. Масштаб есть. Встречайте, кит Назлиев. Поздравляем. Поздравляю. Масштаб есть. А? Ну как? В жизни раз бывает на 18 лет. Вася, ну как полотно? Ну ладно, Вася, давай. Товарищ директор, время. На похороны опаздываем. При чем здесь похороны? Покойник подождет. Кит. Явление крупного масштаба. Сейчас согласую. Аполлон Чукаевич.
Это все наше? Ну, конечно. Гигант морей. Чудо природы. Куда будем сгружать? Сюда, пожалуй. Даже челюсть не войдет. Ужать нельзя. Давай, проезжай быстрее. В чем дело? Чей скелет? Мой. Убрать? Да, Аполлон Чекаевич, немного перебрали. Что перебрали? Я говорю, с масштабом перебрали. Займусь лично. Еще раз. И раз, и два. Стойте, девушки. Черт, сбился. Раз, два, три. В чем дело? Здорово, Аван. Размещаются четыре ребра. Четыре ребра? Четыре. Ну, не хочешь ребра? Ну, возьми челюсть. Челюсть, говоришь? Ну, не хочешь челюсть, возьми это, как ее, хвост и пару шейных позвонков. Что? А? Сейчас сделаю, сейчас. Дайте ему стул. Я сейчас все сделаю. Посиди немного. Я сейчас только согласую. Побыстрее, пожалуйста. Вот настоящий друг. Скорая помощь. Срочно в институт физкультуры. Пожалуйста. Ладно. Здесь полный порядок. Надо разместить остальные гости. Вам помочь? Категорически прошу, вывезите кости. Товарищ санинспектор, этот вопрос будет решать сам. А вот и товарищ директор с ребрышком. Что тут еще? Так вот, я категорически требую вывезти кости за пределы города. Это же антисанитария. Нагрянут мухи, начнется эпидемия, не говоря уже о запахе. Фу. Понятно. Купить духи. Mm-hmm. Ну, при чем здесь духи? А может быть, одеколоны, а? Нет, я серьезно прошу, вывезите кости за пределы города. Я лично приду, проверю. Не беспокойтесь, товарищ инспектор. Дайте нам денек-другой, все будет в порядке. Надо штраф, вот, платим. Ой, ну дело же не в штрафе. Так в чем же тогда? Ну и заведение. Я прибыл, Аполлон Чекаевич. Касатка поймана, ждет ваших указаний. Что? Еще один кит? Здравствуйте, Аполлон Чекаевич. Понятно. Монтажно-скелетная бригада прибыла и ждет ваших указаний. Не смешно. Начнем экстренное совещание. Садитесь. Рад вам сообщить, дорогие коллеги, что первый этап освоения кита завершен успешно. Поздравляю. Теперь надо подумать о том, как от него избавиться. Речь идет о размещении кита до постройки специального помещения. А может быть, кита временно подарить подшефному детскому саду? Пусть детишки побалуются.
Несерьезно, товарищ Назлиев. Да-да, правильно, рискованно. Я предлагаю в горы, вечные снега. А? Нецелесообразно. Во-первых, далеко от нашего научного центра. А во-вторых, там тоже нет помещения. Да, чего нет, того нет. А может быть... Предлагаю разместить кита по частным квартирам. То есть как? Правильно. Каждому сотруднику дать по позвонку. По шейному? По шейному. С ребрами как же? И по ребрам. Очень правильное предложение. И вполне своевременное. О! Аполлон Чикаевич! Аполлон Чикаевич, важное известие. Звонили... В чем дело, а? Снимать будут, а? Что я говорил? Масштаб нужен. Кино, радио, пресса, телевидение. Наконец-то нас заговорят. Снимать будут. Нет, нет, Аполлон Чикаевич, вас снимать хотят. Ну зачем же меня одного? Всяк снимает. Правильно. Снимать так у всех снимать. Но мы тоже хотим. Я готов. А баллончик, я с вами. Снимать? А снимать? А мы так старались.